Вот такие пушистики у нас появились. Их 6, 4 белых и еще 2 таких черно-желтых, какой-то тигровой краски. Интересно, это все порода акитаину. Вот такие бутузочки и бутузы. Через 2 месяца они будут все привиты и уже будем их отдавать надежные руки. Так что пишите, мы будем смотреть, у кого хорошие условия, кто больше любит собак. И передадим их, конечно, как и до этого передавали. Спасибо.